О, а ну, давай. Чернокнижник против босса. Надо его, конечно же, убивать. Объективно, да? И, в принципе, это похоже, что очень даже получится сделать. Все реально. Вот так вот. Ауэ, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша, играем в Чернокнижника. В рамках Dark and Darker. Внимание, вопрос, на который никто не знает ответ. Вообще никто. То есть абсолютно никто. Что вот это вот такое? А этого даже две штуки. Что это? Зачем оно? Как видишь, я пошел немножко видоизмененным в состоянии чернокнижника, скажем так. Взял иное заклинание, одно, и спрятал бутылки. Посмотрим, что из этого получится. Само собой, приятного тебе аппетита. Еще один такой нюанс. Ты же знаешь, что каждое следующее видео... Буквально каждое следующее. По каждой игре. Выходит ровно тогда, когда ты его ждешь. Когда ты мне даешь понять, ни хрена себе ребята посыпались, что тебе оно нравится. Лайком, комментарием. Всем. Всеми этими нюансами. Репостами. Потому что это важно. Это важно. Для меня. Ибо это все делается в рамках развлечения все-таки. Вот. Пошел в гоблинскую пещеру, потому что поднаберем здесь мото. И дальше, как только появится возможность, отправимся туда. Сюда. Фак. Желательно, конечно, не попадаться ему под удар, когда я этим заклинанием его апнул. С другой стороны. Ё-моё, как быстро полетели ребята. Это заклинание, по сути, длится дольше. И по факту лечит больше. Ибо... Я же могу через нее попасть в него или нет? Не факт. Ибо лечится он каждый божий раз, когда применяет... Когда заклинание наносит урон. Ой, не тот. Да блин. В общем, все достаточно просто. Если знаешь. Сколько вас, суки, здесь, а? Научиться клепать так заклинание, чтобы можно было полечиться, конечно, об него еще. Это... О! О! Это прям тема. А это все опыт. Ну и это все хрень. Да, блин, все. Я их в одну кучу сваливаю. Сколько можно? Где этот гоблин? А вот и гоблин. Усиленный гоблин. Брэк. Единственное, в чем его беда, оно
Наносит-то урончик. Побольше. Это факт. Но не так быстро. А может мимик притвориться и не ответить на первый удар? Я бы на его месте так и сделал. Правда. А чё? Кстати, ну, нужно бы и выход как-то здесь найти, а? Что смотришь? Что такое? Но ты в нее стрелять не будешь, мы это знаем. А, нет. А ну-ка, встать! Что, сегодня не везет на мимиков? Это как это? О, еще один гоблин, драчун убивает еще одного человечка. Знание или магическое лечение и магическая сила? Магический силос и чтение заклинаний. Подожди, а что у меня тут получается? Все доступно, все нормально. Ну, база. База. Дядя гоблин пришел, да? Угу. Вот видишь, лечимся, по идее, эффективнее. Но, если попасть к нему под удар, эффективность немножко теряется. Давай сюда иди. Шастый. Шаперон. Ну. Можно напарить, да. Можно напарить. Зачем? Зачем он так херанул высоко? И зачем ты здесь стоишь? Хочешь? Не хочешь? Ну ладно. Если бы еще было так, что больше урона наносишь за счет того, что дольше удерживаешь заклинание перед тем, как его применить, было бы зашибись. Странно, мы его жучили всеми. До лампочки. Ну, до лампочки просто. А я уж думал, мимик. Я сегодня смотрю... О, три знания. Ну ладно, это мы... Это мы, может быть, оставим. Я сегодня смотрю... Ребята убивают только гоблины. Ну, понятно, это... Дело. Ребята либо в базе, вот как я, либо, в принципе... Скажем так... Неподготовленные к этому дерьму. На самом-то деле. Ладно, давай попробуем. Снайперский набор. Она пустая. Можно по капле. К слову, там была такая тема. Говорит, Саш, а что ж ты не продаешь-то? Что же ты не продаешь? А не такой же и плохой чипец. А, ничего. Во встроенном в игру маркетплейсе. А я тебе скажу почему. Золотая корона надо бы взять, ты чего? Золотую корону надо брать. Невозможно. Не, возможно, если ты
оплатишь легендарный статус игрушки. Ну, проще говоря, денег занесешь и все. А я пока и так справляюсь. Знаешь, пока что. Тем более я тут успешно объединяю один класс с другим. Объединяю необъединяемые. Есть, конечно же, минусы. Но есть и плюсы. Гоблин. Гоблин — это минус. Это определенно минус. Большой щит — это определенно и плюс, и минус. Не видно, куда ты его подставляешь. О! Неужто одно из оружий я наконец-таки воткну? Кузнецу. Вон двери-то открыли же. Ух, мощно. Как для обычного гоблина. Сердечко схватило его. О, 9 копеек. Придачу. Ну, это неплохо. Я так понимаю, здесь больше никого нету, да? Но не о нем речь. Нет, не о нем. Что здесь такое светящееся? О! А тут рыцарский меч убил кого-то. Не, это херня. В целом, можно похулиганить еще и здесь. Главное, чтобы рыцарский меч не добрался до моего психоубийцы. За звуки. А крыша уже падает, сыпется штукатурка, это видно. Мы это все слышим. Браслет, конечно, фуфло, но ладно. А ну-ка. Прямо разнесло его. Просто клочья. Ничего такого особенно шикарного не нашел, поэтому можно рисковать до последнего. Хотя бутылки тоже что-то. Кое-что. Тем более, что дельная была мысль. Фармить бутылки. Особым специфическим способом. А давай. Снаряжай сразу, ну давай. Ох, человек, ты жестокий, а? Можно на самом деле и загнать, а можно и в них побегать. Если на то пошло. Даже? Конечно, да. А кстати. Соска какая-то. Опять пауки. Это не очень интересно. Я тут вроде бы еще один сундук был, нет? Надо будет. Ты что, не взял ее, что ли? Ах, да. Капюшон следопыта. Я думаю, вот это вот интереснее даже будет. Ну, оно задание благодаря этому выполнится. Ладно, ребята. Тогда сваливаем. И нагнулось все. Чего? Чего я все-таки хочу сделать?
накопить денег на нормальный тайник. Потому что эти вот эти вот мешки мне вообще не улыбается делать. Я их буду делать только в крайнем уже случае. А так хочется, чтобы и на деньги было место, и на какие-то шмотки было место. Но это такое. Начнем с тебя. Что тебе надо? Это я бы и даже и не продавал. Но чтение заклинаний. Чтение заклинаний. А ладно. А. Сила стойкость. Угу. Угу. Ладно, пускай будет это. Так, это нафиг. Нафиг. Это не надо. Это тебе тоже не надо. Снайперский набор ему надо. Ну, пускай забирает. Хирургический набор. Вот это я бы оставил себя в сундуке, на самом деле. Пригодится. Пригодится. На. 60 копеек. А уже радует. Оп, что? А, выжил подземелье 3. Подземелье пещеры гоблин. Ага. Завершаем. Твои побеги из пещер пролили больше света на твою судьбу. Однако некоторые откровения лучше всего оставить в тайне, позволив тебе идти своим путем без чрезмерного влияния. Как же тонко нахер послала. Смертоносных жуков. Убить. Черепов. Убить. И мимиков убить. Или еще больше буду искать мимиков. И она за это дает какую-то золотую соску с кольцом. Интересно. А в этот раз она дала вот это, но нахрен мне не нужно. И такое говно, что я даже его не вижу. Еще. Еще такое говно, что я даже его не вижу. Ну, ладно. Я хотел к тебе... Где ты коллекционер? Ну, знаешь. По чуть-чуть. Ой, чуть-чуть. А че я это не пробовал? А, потому что она только что дала его, да? Я говорю, такое говно что. Хрен так просто сразу заметишь. Вот это да. Вот это вот по мелочи брать стоит. Ну и золотую корону. Особенно если она была синяя или фиолетовая. Ну, конечно. Это дело бы сильно изменило. Надо вообще привыкнуть, что продавать стоит только вот... коллекционеру и кузнецу. Они просто рядом находятся, очень удобно, и все хорошо. Так, а кому из вас, черти, нужно было? По-моему, где-то внизу. Да, тебе. Один уже хорошо. Один уже хорошо. Понятное дело, это деньги, но все-таки. Так, ну пока что поваляется. А нахрена мне здесь... Нахрена это мне? Кто это заложил? Я это не... А, это... Это типа не поместилось? Я на сюда кинула? Я не знаю. Так, 114. Это прям дохрена. Я планирую все-таки... Что такого ты взял, а? А, ну да, это же говно еще, оно же учитывается, да? Правильно или неправильно? Понятно. Так может и сгодится. Странно. А что же они тогда говорили, места нет, места? А, у меня тогда и тут места не было, да? И тут, и там нигде не было места. Чернокнижнику. Все-таки этот шлем многовато, да? А этот как? Уже будет заплывать за буйки. Ладно, мы его приоденем оттуда. Отсюда. Вспомнить еще бы, какое... Почему это необычное, хотя оно хуже?
чем необычность? Ну, бутылочки мы оставим. Немножко с собой возьмем. А вот бинтиками лечимся. Кстати, тут же как кто-то у нас... Кто-то из вас хирург, что ли? О! Отлично. Завершить. А эти бинты пригодные. Это что? Пятно крови? Ты же не использовал их, прежде чем принести мне. А что такого? Он мог их постирать. Он же не говорит, что они стерильные. Обычные бинты. Конечно, нет. Я должен быть... Должно быть, ошибся. Мои старые глаза уже не те, что раньше. Ну, конечно, а сам гнида юзанные бинты продает. В любом случае, заразные, необходимо провести тщательную дезинфекцию, прежде чем они будут готовы к применению. Ну вот, видишь, ты начинаешь. И принять свое, сразу твое задание следующее. Убить гигантских скалопендр и гоблинов-магов. Это вполне осуществимо, да. Вполне себе. Такс, ты. Это да. Это да. Как раз 25. А не дохрена ли 25? Ну, мы сейчас с колечком разберемся. Дополнительный магический урон. Один. Или он как-то увеличивается. В зависимости от... Или это модификатор, типа этот урон. Это модификатор. Ничего нового я не наблюдаю такого, чтобы... Хотя, ну как, наблюдаю, наблюдаю. Но 26 уже, ну понятное дело, почему. Это все понятно, почему. Такс. Давай-ка что-то решать. Он мне дал еще один наборчик. Это пока что поваляется. О! Точно! Точно! Где-то у кого-то же еще копейки эти. Где-то здесь. Да, где эти? Неужели уже собрал 200? Во! Не собрал. Или у меня с арифметикой не очень, или они нагрели. А, это же... А куда его сунуть? Вот оно врученное. И куда его? Выкинуть, что ли? В общем, все хорошо. А это мы... Это мы там выкинем. Где-нибудь выкинем. Что у нас здесь по... Блин, это не то, куда я хотел. Давай, долго ждать. Давай сгоняем. Деньги лишними не будут. Да. Продолжится путешествие. Лучше здесь, чувствую, не палиться особо, да? Хотя там такой сундук, но явно же на него без... Без отмычек-то идти не стоит. Не психуй, чё ты? Ты же арбалетчик, тебе психовать не гоже. Он тебя... О-о-о, да. Не попал, что ли? Нет, попал. Вот это я зря, может быть, даже попал. Ого. Ого. Да, увернуться и от нее, и от арбалетчика, в принципе, вполне себе реальная задача. Первый пошел. Вот когда мне нужно будет по заданию убить. Вот это? Я его хрен встречу. О, ну начинается, ребята.
На себя колдует он, когда нет никого поблизости. Это то, чтобы минус. Но это, сука, не всегда надо. Это вообще не всегда надо. Шараш его в спину. Шараш его, утырка. Сложился. Ты что, ухо хотел отстрелить, а? Придурок. Ага. Хорошо. Чё я их не обыскиваю? Фак, как ты меня напугал. А нахрена их обыскивать? А я таких даже раньше не видел. Это что, новый какой-то или... Просто повезло мне его не встретить. Ого. Финальный прыжок, что ли? Тихо, что у тебя там? О, это да. Это да, это нет. Там да, там нет. Оно еще мажет по нему, или мне кажется? Достаточно часто оно по нему мажет. Такс. Обоих. Обоих сразу рубил. Как же они там, что там за сила такая? Или это навык такой разрубать сундуки? Ну, ребята разрубают, это прикольно. Удача. Интересно, а будет ли стоить удача дорого? На продажу у этих торгашей обычных. Кстати, посыпались-то, ребята, посыпались. Ой-ой-ой, как посыпались. Это что такое было вообще? Да, мне бы, наверное, стоило выдвигаться. Я, по идее, здесь... Хотя, может, и не могу. Стоило бы выдвигаться в сторону выхода. А где же тот выход найти? Хорошо. Вот как она так делает, что оно шарашит? Хрен пойми куда, а? Ну как это? Ну то есть, почему? Это что за приколы такие? Вот сука, попала, а? Так, все, харе балдеть, бинтуйся. Но к выходу мне надо. Прям надо-надо. О! Вон он там сверху. Я и забыл, что вы такие классные, ребята. Как раздражает, что они ходят буквально вот, вот по голове, считай. Так, ты. Сюда. Угу. Угу. У меня за спиной что-то есть. Я тебе говорю, у меня... Сука, что-то за спиной. Нет? Давай, перо жар птицы, и я пошел. Нет?
Так, ну 7 минут. Что-то можно, в принципе, придумать с этим. Давай, у тебя. Ну. А вот это я бы, пожалуй, даже снарядил. Интересно, а падение здесь это прям конец? Game over, да? Я еще просто ни разу не падал. Но я думаю... Когда-то этот первый раз наступит. Так, стоп, мне сюда. А чё так тихо, собственно, ребята, а? Ага. Прям между глаз. Прописать-то хочет, а? Котина. Еще, понимаешь, когда на опыте немножко начинаешь замечать, когда стоит отойти в сторону... Когда, вот в какой момент стоит отойти в сторону, чтобы оно не попало в тебя. О! О! Ибо если отойти вовремя, где эта херня была вообще, то есть шанс реально увернуться. К этому меня жизнь не готовила, ладно. Хорошо, ни хрена себе. Да. Окей. Окей. Будем иметь в виду, что найти отмычки это лишь полдела. Да. Подожди, гоблин, подожди, гоблин, подожди. 43 удачи. А давай, наверное. Да? Знание. Гоблин подождал. Блин, там эта дура здоровая. Мне нужно туда и пройти. Ё-моё, там две эти дуры... Нет, одна. А где выход вообще? Вот здесь, что ли? Гоблин. А чё он лысенький у меня? Что, не надел? Гоблин, только не уворачивайся. Ё-моё, гоблин, не уворачиваться. Бежаешь? Ого! Нет. Блинский, это все не то. Вообще не то. Да, услышал таки, да? Кусок кретина. Вроде бы кого-то позвал. А может взять с собой, а? С другой стороны, у меня 2 минуты, а я пытаюсь взять ту херню. В жопу. В жопу. О,
Ага. На самом деле, то, что там они сделали эту проверку на вшивость со вскрытием, это здорово, это прикольно. Но! А чё она такая козырная-то? Сразу, а? Так и знал. С перегибоном, с легким. Ладно. Слишком резвая. А я что-то привык к тому, что они это начинают делать за удар до смерти. Так, все. Быстренько смотрим, что это такое. А то начинает уже задувать морозом. Говно, говно, говно. Все херня, ну ладно. Пойдет на растопку. Опять же. Без возможности уйти в ад... Ну, не так и прикольно. Ну-ка. Кто тут у нас остался? Это у нас Ур-1. Слава Друид. Ну, не знаю. А, и Слава Друид последний. Кто здесь остался? Я так понимаю. Потому что переключиться дальше не могу. У него 23 секунды. Слава Друид переживает то же самое, что переживал я. Когда только начал играть. Хер его знает, где этот выход. Но Слава Друид еще даже не догадывается, что он закрыт. Если он вообще заметил его на карте и шел туда. Потому что я первые несколько игр вообще на карту не смотрел. Просто полностью. Так, все, вернуться в лобби. Итого. Немножко есть. А вот здесь появился уже шлем. Немножко, немножко наторговать можно. Нихера себе. Давай все тебе, да? Угу. Шмот. Соточка. Соточка. Физическое лечение. А вот и понятия не имею. Чернокнижника, учитывая его специфику, его лечения атак, от атак в ближнем бою, это физическое лечение или магическое лечение? Об этом никто не говорит. По-моему, кому-то там нужен был зуб. Нет? Давай глянем. Тут же еще... А я про тетиву вообще не помню. Может быть. Кстати, а это распространяется на... Нет, это все равно вручено. Как было вручено, так и осталось вручено. На бутылке, значит, распространяется, да? То есть... Я просто забываю их еще взять с собой. Начнем с этого. Порой забываю, да. Есть куда приткнуть эту бутылку несчастную одну? Что они у меня все разные? Ну да. Ладно, ладно, сейчас возьмем. Угу. Нет, так нет. Хотя давай все сюда. Так, это тоже пока что оставим здесь. Это мне может всю малину перепортить. Видишь, как до хрена требует. А это те ботинки, которые я хотел выкинуть и не выкинул. Охренеть. Так, стоп. Надо разобраться сперва с заданиями.
Угу. Угу. Я, по-моему, все кости там собрал. Но не факт. Нет, не все. Зубы все. Череп один. Один расколотый череп. Сука, хорошо. Так, это уже. Это уже и надо, и это не надо, и это все не надо. Значит, это пойдет к тебе. Ты же всяким таким говном увлекаешься, да? А сколько за? Лучше бы не нес. Вот золотой зубчик-то, да, тема. А что это такое? Одна копейка просто? Хорошо. Деньги пошли. Ну, когда их не тратишь, они всегда идут. Это нормально. На данную, да. Вот так. Так, в принципе, вот. Ну да. Издеваешься, да, надо мной? О. Ничего у тебя получше нету на... На лапке. Я бы не сказал. Ну да, откуда оно возьмется пока что? Книжку бы базовую какую дал. Ну, чуть-чуть получше. Но это вообще, ну, самое дно. Прелесть этих базовых шмоток. Самая большая прелесть этих базовых шмоток. В том, что они не нагружают... Да ты бесишь, а? В том, что они вообще не нагружают. Это еще вот это вот геморрой. Ну ладно, оно того стоит. Персонажа. Фактически. Хотя тут, возможно, эти штаны на удачу вообще не прокатят. Но сейчас посмотрим, сколько останется. Угу. Все без толку. Давай так, так, эти две мы оставим. Если сделать так, 31. А если сделать вот так? Да, штаны реально удачливые. Нужно чем-то жертвовать. Или же. Понятно, оно по единице будет. Зараза, ну удача, да? Удача. Да-да. Ну, может, он того и не стоит. Рейтинг брони там на 2 единицы выше. И хер с ним. Но все равно не хватит. Ладно, плевать. Пойдем в удачливых штанах. Правильно? Правильно, все. Хотя, а есть ли смысл тогда все остальное? Базовое. Чтобы было. Кстати, да, кстати, да, кстати. Да ладно, ладно, шучу. Ладно, попробуем, да? Базовые штаны не хочется одевать сейчас. На чернокнижника. Давай подождем. Не, ну серьезно, давай подождем. Менее минуты. Сейчас, ну если повезет, то мы отправимся не в ледяную пустыню,
а в замок. В удачливых штанах. А может, психануть? От 20 до 80. Это прям не дешево стоит. Давай. Попробуем. Разочек. Он поменялся? Нет еще. Уже близкое. Единственное, что, конечно, я не представляю, сколько нужно налупашить, чтобы вот это вот все, вот это. Заработать. И это я, получается, я наберу одну единицу вот этого вот дерьма. Это даже на косметику, ну такое. Вот этих, понятное дело, так я вообще не заработаю. Оно это ясен-красен. Вот, наконец-то. Да. Продолжится путешествие. О, это моя любимая камера. Вы что, как знали, а? Как знали, куда сажать? Ядрить-колотить. Оу, фак. Так, ну давай. Ну давай. По горбу. Жаль, что не крат. Удача. А вот хер с ним. А вот давай. Все на удачу. В этот раз все на удачу. А что, это должно было открыто, что ли? Батенька. Ну отвлекись на нее. Ну это ж гидра. О, она ж тебя завалит, нет? Да хер кого она завалит-то, гидра, а? Чик, чик, чик. Мне нужен пробитый череп. Готовый пробитый. Не хочу по этому коридору идти, хотя... Хотя вообще-то оно того стоит. Ну что? А вот вопрос такой. А если я пощупаю сундук, я могу его открыть без... Чтобы я выяснил, что я могу его открыть без отмычек. Fuck you. Хотя, если перебинтоваться сейчас... Это, сука, явно же какой-то монстр. Я уже думал, мы тут последним чернокнижником играем. Но, возможно, и нет. Так, а ну, вскрываешься ты? Стоп, стоп, стоп. Давай попробуем, мне похер. Вот. Давай. Я считаю, все нормально. Я же не заглянул, что именно там внутри. Но сундук вроде достаточно вменяемый. Кстати, и, по-моему, его только что скелет-маг убил. Ну, в целом, его стоимость, я считай, вернул. Ну, даже больше. Или это, в принципе, был такой козырный сундук? Или тут больше сказались мои счастливые штаны? Как считаешь? Как ты думаешь? Просто... Стой, 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 стой! Чё ты? Ну ты чё? А я все, а мне от тебя больше ничего не надо. Всё, в принципе. Идём посмотрим, а что, вышел, что ли? Ну то есть... От
Откуда он взялся у меня за спиной, а? Неужели они настолько умные, что вот этот обошел, аж так обошел? Я не думал, что они тут настолько умненькие. И он своими этими конченными заклинаниями. Ага. Угу. Нагрел на меня этих скелетов. Ну, в принципе, не беда. Хотя. Ну, разбирайся там. Разбирайся, наверное. Сука. А ну давай посмотрим за ним. Хорошо. А. Понятно. Я думаю, как он это быстро так колдует, а? А что он сделал, что у него вообще головы не видно? Ну это такое. Это нюансы. Клинок у него, ну, базовый, это понятно. Магическая книжка тоже такое себе. Ну, знание и магический урон, оно того стоит, да, оно того стоит. Мне интересно, а может ли синие шмотки быть базовой? Базой синяя шмотка. Ни хрена себе вы тут, конечно, носите. С собой. Воды. Надо признать, оно удобное тем, что оно быстрое пьется. Но на знание он заточал себе немало предметов. Я не понял, что это, маги что ли пошли? Ну, поджарил неплохо его, на самом деле. Ну, понятно. А там еще кто-то ломился, по-моему, если я не ошибаюсь. А как он так делает, что она у него не забирает столько жизни? Гидра, я имею в виду. И колдует он как-то, ну, вообще очень быстро. Ну, допустим. Ну, тут ничего такого необычного нету. Так, а что ты взял? А зачем ему сопротивление к магии? Тут же крайне редко встречаются маги. Интересно. Может перейти на такой комплект, как думаешь? Я просто не понимаю, зачем ему этот бонус сопротивления магии. И знать бы еще, что такое божественная магия. Я бы, может, еще что-то подумал. А так, без понятия. А я не понял. Во-первых, что они друг с другом не сражались? Это первое. А во-вторых, зачем он тогда следил за ним? Такое ощущение, что ребята попали в знающие друг друга. Потому что там он без разбору и мага херачил, и меня херачил, а этого не трогает. Чё бы это вдруг? А, ну потому что, ну его нахер в ближний бой с этим козлом идти, да?
Не, мне кажется, это два типа кореша собрались. Как они попали вместе в одну игру, я не знаю. В одиночную. Ну, а вдруг? Всякое может быть. Но чувствуется его 432 единицы славы. Это имеется в виду, что у него такие персонажи, которые 150 уровня. Штуки 2,5. Хорошая, кстати, комнатка. Я вижу, он тоже не торопится лутать. Я надеюсь, он в ад пойдет, а? Ну, то есть, если бы у меня было столько здесь наигранных часов, то я бы шел исключительно в ад. А нахрена он меня тогда создал там? И почему так мало жизни она у него отстегнула? Хотя бы посмотрим, я надеюсь, как он в аду разбирается. Охренеть, оно его так лечит. И, кстати, проклятие он использует все-таки не усиливающее. А то, которое я до этого юзал. Ну и, собственно, по той же причине, потому что очень легко можно попасть под удар усиленного врага. Хрена себе. Ты, конечно, лечишься. Но за счет чего он так быстро колдует? У него же нету таких... Хотя есть. Но не то чтобы много. Или мне это кажется уже, я не знаю. Создается просто впечатление. Что он вообще мгновенно колдует заклинания эти. Ну что, эта полоска проходит раз и все. Процентов на 25 быстрее, чем у меня. Может, так и есть? Кстати, а как он парирует? Я даже не знаю, на какую-то кнопку. Я даже не знал, что это такое возможно здесь. В смысле? Ты даже не смотришь, что в тех сундуках? Стоп. Он настолько крутой? А? Показалось... Да нахер оно надо мне? Я и так в ад собирался. Ну, понятное дело, что он так набрал тут всякого. Зачем было полбуханки? Так я не понял. Что, второй не будешь делать? Ач. Не, ну так или иначе в ад попали. Но все-таки. Любопытно, конечно. Любопытно. А есть, можно... Вот. На какую кнопку парировать? Может, особое действие? Но я больше не вижу ничего другого. Может, особое действие? Хотя тут особое действие — это R. Это конкретно здесь, когда ты наблюдаешь за происходящим. Хер знает. Или он парирует, когда просто наносит удар в тот момент, когда нет. Когда его враг бьет. Да нет. Так бы я уже спарировал бы хоть раз. Итак... Как тут чернокнижники себя ведут в аду? Ага.
Стоп, а как он его сломал? Вот этого заклинания хватает? Подожди, а почему он у него жизнь не забирает? Это хренотень? Требует дохреническое количество... Сколько у тебя жизни? Сколько у тебя жизни? 132 всего-то. Как он это делает? Я без понятия. Мне достаточно наколдовать ту хрень, и заберет бог знает сколько жизни. Он колдует? Еле-еле берет. Это типа какой-то косметический факел, да? Прикольно. И все же. Все эти заклинания абсолютно до лампочки, если они отжирают кучу жизни, как у меня. Когда же вот можно шарабашить раз за разом, я ж почему эту фигню, вот конкретно это заклинание, я поставил на аж самый конец. Потому что оно отжирает жизнь. Так что ну его нахер. У него оно ее не отжирает. Нихрена себе, как он ими жонглирует. Слушай, а может быть есть какой-то способ их как-то быстро менять, а? Заклинание, в смысле. О, а ну, давай. Чернокнижник против босса. Надо его, конечно же, убивать. Объективно, да? И, в принципе, это похоже, что очень даже получится сделать. Все реально. Ну это зря, конечно. Согласен, никогда не поздно отступить. То есть ты осознал, что ты не справишься, что ли, или как? Ну, в жбан всадило дико. Аж бревно торчит из лба. Что это за меч такой хитрожопый? Просто двуручный меч? Интересно. Почему он бросил затею с магом? С боссом? Было же все, ну... Нормально? Ну, то есть, восстановил жизнь и вернись, убей его. Или есть нечто более интересное?
Я бы, конечно, и рад это применить, но, блин. Без этого шмота очень вряд ли это получится. Ну, во-первых, знания нужны, да? На то, чтобы все эти заклинания побрать. Нахрена ты их обыскиваешь? Что, рассчитываешь на какие-то клоны или что? Ну, допустим. Неужели здесь лут лучше, чем у того босса будет? Серьезно, свиток? А, ну он синий. Допустим. Ну, мы же с тобой ждем того, чтобы он отправился на босса, правильно? И ну и нафиг не нужно. Так, нет, ты решил полтать здесь? Я думал, тебе уже все как бы приплыли. Допустим. Так. Нет, в портал? Странно какая-то у него последовательность. Я, честно говоря, это понять не очень могу. То ему эти сундуки нафиг не нужны были. То теперь они ему понадобились. Сказал отмычками, да? Или нет? Ага. Я так понял, он сдался с боссом, да? Очень зря. Или, может, он знал, что там не выиграть. А с другой стороны, если он знал, что там не выиграть, как он это делает? Как? Сука, он реально парирует. Сука, какая это кнопка, а? Может быть, F? Почему он слился с босса? И почему бы не попробовать в эту херню? В принципе, я не спорю. Щит и чернокнижник — это вещи не очень совместимые. Но можно попробовать. Можно попробовать. Давай организуешь у меня. Вот эту вот хрень. Хотя, конечно, у него 44 урона. То есть... Он не доверяет магическому урону, да? Пусть будет тогда вот этот дрен. Окей. Книга, ну какая есть? Книга какая есть? Надо посмотреть, насколько тяжко тут парировать. Да начнется. Парирование. Просто на правую? Серьезно? Вот просто на правую. Хорошо. О, кстати.
Будем тестить сейчас его. Где тут скелет вообще? Сразу два? Давай пробовать. Ого. А медленная эта байда? Просто дико медленная. Ну ничего. Давайте. Ну, в этом что-то есть. Интересно, как это со стрелами будет прокатывать, а? И сколько он вообще блокирует? Так как там... Не так, как там... Блин, надо было заменить заклинание-то. Все-таки. Что это страшное-то такое? О. О. Наш клиент. А знаешь, не все так гладко. А так поначалу парировалось хорошо. О. Нет, что-то определенно в этом. О, в этом есть. Но я еще не до конца понял вообще, а как оно работает нахрен. Как это вообще получается? Потому что иногда так неплохо так удается запарировать его. А иногда ну такая херня прям просто адская. Здорово, дядя. Знаешь ли ты что-то про парирование? Я вот пока что-то знаю. А тут, в принципе, только такой удар, да? Только один. Ну. Что поделаешь, один так один. Тут у меня сегодня день сапог, что ли? Один так один. Скелеты-палачи и скелеты-воины разбушевались. Ого. Ничего себе, ребята. Это вы даете вообще. Вкусняхами так разбрасываться. Кстати, а давай попробуем запарировать это говно. Ага. Ага. Ты бы знал, насколько это медленно делается. Но определенно есть плюс. Если руку набить и понимать, как оно работает, с какой стороны нужно стоять. Он-то не меняет парирующий хват, скажем так. С какой стороны нужно стоять? Чтобы... Да. Угу. Чтобы вечно ловить эти удары. В принципе, с этими можно... Ага. Как я это сделал? А, когда назад отходишь, понятно. Я же говорю, смотреть, конечно, за ними. Ага, даже ты такое умеешь. Нет, это не когда назад отходишь. Суть в том, что... Суть в том, что ты должен сделать три удара подряд. А он дело в том, что первый удар, сука, такой медленный, что у тебя не возникает желания сделать остальные два.
снимаешь? Вот. Но в целом... В целом в этом очень даже что-то есть. Извини. Просто потом, возможно, не удастся выставить это парирование. Но в целом. Сучий подоночный доби... Ладно, это уже такое. О, а ну давай. Хотя, а знаешь что? Давай все-таки. Странно, вот второй удар, ну должен был запарировать. Ну вот второй удар. Первый, я согласен. Но второй-то. Как? Сука, я там вообще не был, а? Ну это что такое вообще? Нет, серьезно. Гребаное нечто. О. Да, все. Гляди, в клочья просто. Обалдеть. Я не помню, его загасили, что ли? Нет. А мне, по-моему, был какой-то квест там по заданию. А, это ты, да? Ты не умираешь. Оно вообще не умирает просто никогда. А, это другой. Нет, ну объективно, что-то есть в парировании. Понять бы, что это. Я, может быть, даже... Да что, ты оставил? Я, может быть, даже не психовал бы. Опаньки. А мы тут уже все вскрыли? А, вот почему он тогда не вскрыл. Хотя странно, у него были отмычки. Почему он не вскрыл, я понять не могу. М-да. Полечиться, что ли? Попробовать. Об гидрика. Тот случай, когда ты просто думаешь, что это один и тот же человечек бегает. Вот этот. А на самом деле нет. Я был уверен, что кроме него тут никого нету. Ну и учитывая, что мы тут учимся парировать, это все нормально. В целом. Да и шмот-то базовый был. А чё этот чернокнижник вообще не особо пользуется магией? А? Как так-то? Как так-то?
А я не понял, а что? Есть какой-то квест? Запинать факелом? Вот это ты рискуешь. Подожди, ты... Кто-то может это объяснить, почему? В засаде сидишь, что ли? Не, серьезно, кто-то может объяснить, почему он это сделал? Почему он не пользовался магией вообще? Почему он рубил факелом? Или это личный бзик? Этот в базовой снаряге на 119 уровне сидит в засаде, ждет, когда кто-то зайдет в ад. А? Так а никого уже не осталось. Ничего не понимаю. Ну понятно. Эта игра устроена следующим образом. Ты сначала что-то видишь, что-то понимаешь, не зная, как это применить на практике. Потом начинаешь это применять на практике, понимаешь, что это немножко не так, как тебе показалось. Что-то начинаешь понимать, совсем другое. А потом видишь что-то совершенно противоречащее этому. И думаешь, а с чем это связано? Прикол? Личный бзик? Или реально за этим стоит какая-то тактика? Вот что он сейчас делает? Он здесь собирается висеть так долго? Топор у него, конечно, дай боже, наносит урона. Но хотя этот меч тоже 41 все-таки. Медленный пипец. У этого быстрее топор будет. Что ты делаешь? Вот ты пришел сюда. Что? Или имеется в виду, что ему все это не жалко, и у него так дохрена бабла, что он хер на это ложил? Тогда зачем он сюда, в принципе, переходил? Можно было бы сдохнуть там? А, я знаю, пошел поссать. Да. Ну, в принципе, да, он же знает, если у тебя сколько тут, 252 славы, то ты четко знаешь, что можно пойти поссать, ничего не будет, потому что дверь закрыта, никто из врагов сюда не войдет. Да, начнется приключение. Я надеюсь. Кстати, да. Сделаем вот так. Я поменял заклинание, как видишь. Прям перки поменял и заклинание. Не то чтобы критически все изменил. Но, сука, есть разница. Кидать факела нету никакой мочи. Возможно. Кстати, а ну-ка. Но это реально быстрее, чем открыть ее. Это правда. Возможно. Возможно, так надо было сразу делать. Кто его нахер знает? Нет, 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 нет. Yes! Пошел нахер вообще. Возможно, так было. Я их лутать даже. Так, вот к этому надо привыкнуть. До хренотень она реально наносит урон, так что ну его нахер. Нет, нам нужны очень знания. Нам очень нужны знания. Во-первых. Умные слова умными словами.
А вот это уже совсем другое дело. Да, магическое бы лечение еще подкачнуть, но есть уже прогресс. Есть прогресс. Во-первых, колдует быстрее. Странно, что их не убило. Вообще, почему я не очень стараюсь прибегать к этому мечу? Потому что я же убрал это заклинание, мы больше не лечимся от физического. А можно? Вроде там. А можно? Можно, ну можно, 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 конечно, можно. На самом деле нельзя. Ладно. А куда ушел скелет-маг? Кто-то видел скелет-маг? Куда подевался вообще? Короче, фишка в том, чтобы херачить постоянно. Так поворачиваться нельзя. Жаль, жаль. Жаль, 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 жаль. Да. Это ограничивает. Ну ничего. Можно привыкнуть. Можно привыкнуть, что нужно прибегать к добровольному стан-эффекту. Что это за мавзолей такой вообще? Изабель Миррахилл. Интересная, знаешь? Это интересная тактика. What the fuck? Скорость обычного взаимодействия. Ну, давай. Что-то в этой тактике определенно есть такого интересного. Я даже готов его сделать. Да ладно, ладно, ну зря так и зря. Все. Главное не торопиться, да? Она же пробивает его сквозь гидру. Она должна все вообще пробить. О, вот ты где. Подожди ты. Нет, это очень интересная тактика, но, сука, запомнить, что нельзя туда... Оно же медленно летит. Я еще думаю, тварь, почему они так часто хреначат его наискосок? Да! Дисконнектнуло тебя. Мне прикольно. А что у тебя? Ну, понятно. Да. Ну, в общем. Это, блин, это интересная тактика. Я чувствую, я буду ею пользоваться. Тем более, да не нужно так сильно много здесь всякого на базовые три заклинания. Да, хотелось бы, конечно, и вот это. И, например, даже вот это. Вот. Но это потом. Это потом. А так вообще эти перки имеют место быть. Единственное, что... Я не знаю, вот это нахрен мне не надо. Потому что мне бы физического сопротивления лучше бы. Другое дело, что чтение темной магии... Это, ну... То есть оно... Если дойдет до того, кого мне хотелось бы этим уничтожить, там на него явно ничего не будет. Единственное, вот это взять, может быть. Хотя хер знает.
Ну, посмотрим. Но, знаешь, что-то, сука, что-то в этом есть. И вот эти вот перки я пока что не думаю менять. Ну, это так, пока что. Пока что. Я думаю, мы обязательно продолжим изыскание в этом ключе. И даже надо будет, конечно же, подрючиться с этим, но все-таки научиться парировать. Понять, как он это, сука, делает. И тогда можно будет это делать действительно регулярно. Потому что я до сих пор не понимаю, нужно подставить под удар? Или нужно, наоборот, не пытаться его ловить, а предугадать, куда он должен прилететь, этот удар, и туда выставить этот перекошенный меч? Сука, интересно. Будем разбираться. То, как выйдет следующая серия, зависит именно от тебя. От твоих комментариев, от твоих лайков. Я тут еще вышла еще одна игрушка, мне интересно ее посмотреть, тем более она бесплатная. Дай знать. Просто дай знать, нравится тебе или нет. И от этого будем танцевать. Ставишь лайк, выходит новое видео. No problem. Большое спасибо всем за компанию. И отдельный респект спонсору канала. За поддержку. Меня и чернокнижника. Yeah. Bye-bye.